حتى بعثت مبشرا كنا ظماء سيدي فأتيت تحمل كوثرا والدرب ضاق بركبنا فأنرت دربا آخرا أخرجتنا من غينا وهديت يا خير Как же прекрасно, когда ученик сидит перед своим учителем, когда учителем является Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит одному из своих благородных учеников, Абдуллаху ибн Мас'уду, «Прочти мне Коран». Он очень сильно удивился. Это состояние не покидает его. Как я могу читать его тебе, когда тебе он был неспослан? И он сказал, «Поистине я хочу послушать его от другого». Тогда он начал читать ему суру женщины. А когда дошел до слов, что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих? Он сказал, теперь довольно. Ибн Мас'уд повернулся к нему и увидел, что из его глаз текут слезы. <music> Пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассказывает Аише Сон, который ему приснился. Он говорит, «Я уснул и видел во сне, что я вошел в рай, и услышал там чтение Корана. Я спросил, чей это голос?» И мне ответили, «Харита ибн Ан-Нурмана». Таково благочестие. Хариса был одним из тех, кто отличался хорошим отношением к своей матери. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, восвалил его словами, Таково благочестие. Таково благочестие. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел его в раю, читающим Коран. И подобно тому, как самым высшим благоденствием в последней жизни является вход в рай и возможность видеть Господа, свят он и превыше всего, также самым высшим благоденствием в этой жизни является чтение книги Аллаха, наслаждение чтением Корана. Поистине ему присуща сладость и изящество. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Коран ⁇ это путь, ведущий в рай. Знающему Коран наизусть и читающему его облегчается путь достижения райских садов. И в судный день Коран будет заступаться перед Аллахом, зачитавшего его. Он скажет, ⁇ О Аллах, я не давал ему спать ночью ⁇ и он будет заступаться за него, чтобы он мог войти в рай. А когда он войдет в рай, то Коран будет просить Аллаха, пока читавшего не начнут возвышать на степени в райских садах. Знавшему Коран будет сказано в судный день, читай и возвышайся, читай на распев, как читал ты в земной жизни. Воистину твое место в раю будет там, где ты прочтешь последний Аят. И подобно тому, как Коран является причиной возвышения в этом мире и в последней жизни, Всевышний Аллах возвышает посредством Корана одних и принижает других. Также благочестивое отношение к матери является одной из великих причин достижения счастья в этом мире и в мире ином. А то, что у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное. Родители – это лучшее из дверей рая. Довольство Аллаха в довольстве родителей, а гнев Аллаха в гневе родителей. И из-за благочестивого отношения к матери Харис Абнун Нурман смог стать обитателем райских садов. Это великая и славная дверь, которую Аллах открывает тому, кто желает войти в нее, и закрывает эту дверь перед лицом того, кто ослушивается своих родителей или небрежен в соблюдении их прав. <music> Однажды ночью пророк, мир ему и благословение Аллаха, ждал Аишу. Аиша задерживалась. Когда пророк увидел ее, то спросил, где ты была? Она ответила, о посланник Аллаха, я слушала в мечети чтение одного из твоих сподвижников, который так красиво читал Коран. Услышав это, он, мир ему и благословение Аллаха, взял свой плащ, взял ее за руку и отправился в мечеть, чтобы послушать, кто же этот чтец, который читает в темноте ночи в мечети. Подойдя к мечети, он остановился и стал прислушиваться. Затем он поворачивается к Аише и говорит ей, «Знаешь ли ты, кто это?» Она ответила, «Нет». Тогда он сказал, «Это Салим, вольноотпущенник Абу Хадейфы. Хвала Аллаху, который дал моей умме, подобного ему». Он, мир ему и благословение Аллаха, радуется тому, что его умма уделяет внимание благородному Корану, читая его на распев ночью и днем. Он входит и видит Салима, который читает Коран, Радуется этому и испытывает удовольствие. Бывало, он проходил мимо своих сподвижников, читавших Коран, а на следующий день говорил им: Тебе был дарован прекрасный голос, подобный голосу семейства Дауда. Бывало, он видел одного из них, стоящим в намазе, читая Коран, хвалил его и говорил, кому доставляет удовольствие читать Коран таким образом, как он был неспослан, пусть читает его так, как читает Ибн Ум Абд. Такой была его радость, когда он видел, как его ума занято чтением книги своего Господа. А разве он не пришел ради исправления положения этих людей? Поэтому он обрадовался и сказал, «Хвала Аллаху, который дал моей умме подобного ему». Он пришел улучшить этот мир, исправить людей и все человечество. Поэтому он, мир ему и благословение Аллаха, радуется тому, что в его жизни и в его умме есть праведные люди, так как он самый праведный и лучший из людей. А красивый желает видеть все вокруг красивым. Поэтому он радовался тому, что среди них есть салим, и желал, чтобы в его умме было побольше таких великолепных и прекрасных образцов, при виде которых радуются сердца. Его губы, мир ему и благословение Аллаха, шевелятся, вознося хвалу Аллаху и восхваляя его за то, что он сделал так, что в его умме есть подобные Салиму. Так поступает и верующий, воздает хвалу Аллаху в благоденствии, так же, как он восхваляет его, когда сталкивается с проблемами. Каждый раз, когда нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, постигало новое благоденствие, он возносил хвалу Аллаху и говорил, «Хвала Аллаху, благодаря милости которого завершаются праведные дела. Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, выходит из своего дома и направляется к дому Убей ибн Кааба. Он стучится к нему, и тот открывает дверь. Видит перед собой самого великого, кто мог бы его посетить за которого он готов пожертвовать своим имуществом и своей душой. И он, мир ему и благословение Аллаха, говорит ему, «О, Убай, поистине Аллах повелел мне прочитать тебе суру Аль-Байина». Убай сказал, «О, посланник Аллаха, он упомянул мое имя? Аллах упомянул мое имя?» Он сказал, «Да». И Убай заплакал. Пророк, мир ему и мой благословение Аллаха, сам идет в дом Убайя. Он мог послать за ним, и Убай пришел бы к пророку, миром и благословения Аллаха и он смог бы прочитать ему суру Аль-Байина. Или пророк, да благословит его Аллах и приветствует, мог встретиться с ним в мечети и прочитать ему суру Аль-Байина. Или же пророк, мир ему и благословение Аллаха, мог прочитать суру в присутствии сподвижников, а Убай услышал бы ее. Однако Убайю была оказана особая честь тем, что эту суру следует прочитать именно перед ним, а также тем, что почтенный и благородный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сам идет к нему, чтобы сообщить ему об этой суре. Клянусь Аллахом, это великая честь. Радость переполнила меня настолько, что я не смог сдержаться и заплакал. Убей заплакал. И кто может его за это порицать? Это слезы радости благодеянию Аллаха. Аллах в своем величии и гордости, величественности и красоте упоминает имя одного из своих рабов и отправляет к нему своего пророка, чтобы он, мир ему и благословение Аллаха, прочитал перед ним. Какое же высокое положение и почет! Правду сказал Аллах, это напоминание о тебе и твоем народе, для тебя и твоего народа. Это высокое положение, которое он достиг благодаря благородному Корану, обучаясь ему, размышляя над ним и пытаясь понять его смыслы. Пророк мир ему и благословение Аллаха сказал, «Лучшим чтецом Корана среди вас является Убай». И когда упоминается Коран, упоминается Убай. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читая Коран в присутствии сподвижников, забыл один аят. После молитвы к нему со всей учтивостью подошел Убай, напомнил ему этот аят. Он сказал Убаю, «Почему ты не напомнил мне его во время молитвы?» Когда Умар ибн Хаттаб, да будет довольный им Аллах, читал Коран или начинал говорить о нем в обществе, в котором присутствует Убей, он поворачивался к нему, смотрел, что скажет Убей. Лучше чтец Корана среди вас, Убай. <music> يوم لا تغني الشكاة وبه يرقى عليا كل من حقا تلا وبه يرقى عليا كل من حقا تلا